Добрый день, дорогие друзья. С вами Капля. Мы продолжаем интервью с Сергеем Малым. И сегодня история о том, как он пришел в футбол, почему избрал именно этот вид спорта, что его подвигло бегать по полю за мячом и почему он до сих пор остается в строю. Ну, я занимался просто до этого, мы в раннем возрасте, лет 8, мы ходили с братом, с младшим на спортивную гимнастику. После этого младший брат остался, я пошел на тхэквондо. Это было рядом с домом, секция также. Именно вот эту секцию рядом с домом закрыли, и просто стоял выбор, пойти на бокс или на футбол. И, в принципе, я то ли постеснялся нового коллектива там на секции бокса или что, я не знаю, почему так получилось, но я пошел на футбол. И вот это было в 11 лет, я именно начал заниматься на секции. Не просто так бегать во дворе, а именно ходил уже. И в 13 лет просто была возможность перейти в спортивное училище, скажем так. Высшее спортивное училище, где уже конкретно готовили спортсменов по 2 тренировки в день. И ну как бы я там отучился 4 года и это дало мне основание для того, чтобы потом дальше профессионалом стать, уже заниматься профессионально. После того, как я пошел именно заниматься, я хотел поступить в спортивное училище. А ну, на футбол, можно сказать, да, как бы так получилось. Просто это воля случая была и все.